Привет, друзья мои! Осталось считанные дни до нашего отъезда из Батуми. И вот мы и вышли погулять. Доча пошла за двумя в садик, и мы остались с Ирмочкой. И идем с ней, вышли погулять. Вот это дельфинариум батумский. У нас не получилось пойти туда. В принципе, я уже была очень много раз, и мой муж не захотел. Мы ходили в аквариум, и телефон я оставила дома, потому что здесь карты нет, и интернет только дома. Не сообразила как-то его взять, чтобы заснять вам всю красоту. Но я не прощаюсь с вами. Я, конечно, не буду приезжать часто в Батуми. И покажу вам все. Вот такой вот дельфинариум. Мы вышли погулять. Ирмочка. Ашкам очень ему нравится Батуми. Здесь аквариум, парк. Вы видите, какая рыба. Огромная рыба. Посмотрите, какая красота. Да. Ой, привет. Хорошо, как ты? Да вот гуляем. Эндер, что-то, витанен чоджу. Вот, поздравляю. А так выглядит дельфинариум со стороны. Что я заговариваться уже стала. Запуталась здесь на трех языках. С мужем на турецком. С мамой на русском. Тут на грузинском со всеми. А это, посмотрите, какая стройка, гостиница. В общем, в том, когда я приезжала, ее не было. В общем, за считанные минуты строят, можно сказать. Ну, пошли мы, значит, к морю. Вышли погулять. Здесь предлагают экскурсии различные на каждом углу. Тут такая гостиница. Отсюда уже 15, 18, 19, 20 этажей. В общем, похолодало. У нас были очень сильные дожди. Похолодало, можно сказать. Прохладно. Но туристы есть. И на пляже уже меньше и меньше людей. Посмотрите, как красиво. Видите, строят, строят, строят. Видите, уже пустой пляж. Вот это вот гостиница и жилой комплекс. Забыла, как зовут. Господи, представляете, я все забывала. Мне так память ухудшилась. Вот так вот просто. Только загорает, но есть и купаются тоже. Бархатный сезон заканчивается тоже. Ирмочка, моя внучечка. Не буду я снимать, но настолько красиво, настолько ухоженный у нас парк в Батуми. Посмотрите, какие красивые клумбы. Посмотрите, насколько чисто. В Мерсине такой чистоты нету, я могу сразу сказать. Там бросают семечки, здесь за этим следят. Вот такая вот красота. Просто невозможно было мне это все не заснять. Это парк 26 мая. Раньше назывался Пионерский парк. Озеро. Вот такой вид открывается. Ну и дельфинариум находится там же. Вот здесь вот Хилтон гостиница вспомнила. И вот так же вот. Такая красота. Вы видите, друзья мои хорошие, насколько все чисто и красиво. Вот наш Батуми. Стройки, стройки и стройки. Сзади находится вот университет.
Атомский университет. Ну так все здесь проводят время, гуляют, отдыхают. Вообще много парков в Батуми. Но бульвар на протяжении набережной – это и есть, как говорится, парк. Вот такая аллея любви я вам снимала ночью. Так она выглядит днем, сердце. Здесь, наверное, фотографируются, мне кажется, молодожены, возлюбленные. Вот такие цветочки. Ну, цветочки мерсини еще красивее. Где также есть иностранцы. Может, вы видели. Закрытые люди. Очень много иностранцев. Раньше такого не было. Он наш Кым пошел по такому красивому фонтанчику. Как искусственный водопад сделан. Ну вот, в Батуми остались считанные дни до нашего отъезда. Это, может, последние денечки, друзья мои, последние мои кадры. Мои хорошие, последний день в Батуми. Посмотрите, мамочка, какие мне блинчики приготовила. Объелась, набъелась, прибавила пару кило. Ну что делать, буду сидеть на диете в Мерсине. Чемоданы собраны. Осталось считанные часы до нашего отъезда. Ой, даже не знаю. Хочется и соскучилась по дому, по своему. И не хочется оставлять свою маму, дочь, внуков, сына. Батуми тоже буду очень скучать. Ну вот, что делать? Надо ехать домой. Где не хорошо, а дома лучше. Ну что, вот такой вот у нас блинчики. А мужу я делаю тостеры. Так мы завтракаем.